Перекресток улиц Фастовская и Черемухова. Отсутствие знаков не позволяет водителям выяснить, кто из них прав. Автомобиль Toyota Aqua двигался по Фастовской и, подъехав к перекрестку с Черемуховой, намеревался повернуть налево в сторону Харьковской. Со стороны диагностического центра к этому же перекрестку приближалась Toyota Vista Ardeo с девушкой за рулем и ребенком в салоне. Двигался со стороны оперы, театра оперы и балета в сторону Черемушек, допустим. В сторону Черемушек и не заметил, как оттуда неслась машина, поворачивая налево, и произошла авария. Аква осталась без морды, у Висты в расход пошли обе двери справа. В былые времена, когда улица Фастовская еще была грунтовкой, преимущество дороги вдоль улицы Черемуховой сомнений не вызывало. Сейчас же здесь лежит асфальт. Дороги примерно одной ширины и какие-либо знаки приоритета отсутствуют, что позволяет многим автомобилистам считать перекресток равнозначным. И при аналогичных авариях вину иногда ставят проигнорировавшему помеху справа. Такая версия привела супругу рулевой Висты в ярость. Слушай, меня, я еще не виноват. Ну что, ребята, вы что, не хотите пошлять или что, не вам денег? Ну как, ехала с Черемушек в сторону, туда, короче. Первая машина пропустила, а он из-за второй как бы выехал. Ситуацию можно расценить и по-другому. Выше данного перекрестка есть еще один, и на нем как раз есть знак 2.1, означающий главную дорогу, по которой девушка и двигалась. Осталось только разобраться с зоной действия. По одной версии знак действует до знака 2.2, конец главной дороги, по другой до следующего перекрестка, на котором должен продублироваться, а на примыкающей дороге должен появиться знак «Уступи дорогу». В степени вины участников аварии помогут разобраться сотрудники ДПС. Скорее всего, ее присудят водителю Toyota Aqua. Осталось только их дождаться. В дни Восточного форума большая часть экипажа оказалась занята обеспечением безопасности его участников.